Всем привет! Сегодня воскресенье, 3 декабря. Начинаю снимать новую рукодельную неделю. И, во-первых, хочу всех поблагодарить за поддержку, за ваши комментарии, плюсики в прошлом видео. Поэтому я, вдохновившись вашей поддержкой, продолжаю снимать видео. И хочу... Эта неделя уже, в общем-то, началась у меня с игрушки от Dimensions, Star Dimensions. Стаффинс, вот такой вот прекрасный тигр, ангел, да, с крылышками. Интересная, чудесная игрушка. Напомню, что размер этой игрушки будет 22 сантиметра. Выпуск набора 98 год Dimensions, да. Здесь я заменила Аиду на Линду 27 белого цвета. Сейчас опять же телефон сильно засвечивает. Ну, и постараюсь как-то, наверное, когда уже дошью, сделать более-менее хорошую фотографию, как позволит мне камера. Покажу вам, какие оттенки, потому что здесь вот сильно высвечивает, конечно, вот синий. На самом деле это не так. Может быть, выключить свет опять же. Ну, так, наверное, лучше, но, может быть, будет темновато. Ну, посмотрю, как будет при монтаже. Вот, значит, начала я с... Все-таки включу свет с этого котика. Сделала бэкстич, сделала французские узелки. Вот здесь бэкстич, вот здесь вот французские узелки. Чуть-чуть я доделала какие-то элементы. Вот здесь вверху повышивала. А здесь я обнаружила ошибку. Вот стала вышивать вторую часть жилетки вверху. Обнаружила ошибку. У меня здесь была ошибка смещения. Пришлось все это выпороть. Вот это нужно будет выпороть и заново вышить здесь лапку. Ну, здесь вышивки немного, поэтому я думаю, что я быстро справлюсь. Но, к сожалению, сегодня опять же мы едем на работу. Говорю мужу, может быть, сегодня сделаем выходной. Но он мне сказал, что нет, сегодня тоже едем на работу. Но мы вот эти дни компенсируем потом на Рождество. У меня будет целых 2 недели, поэтому... Мы, конечно, будем в отъезде, тоже какие-то дела, но там не будет домашних дел, поэтому все равно времени будет больше. Я буду там отрываться, вышивать. Ну, а здесь уже стараюсь между домашними делами. Вчера был хороший солнечный день, была большая стирка, а сегодня вечером будет, соответственно, большая глажка. Вот. Но, тем не менее, ставлю планы. Хочу повышивать этого тигрика. Что успею, что смогу. И бэкстич, и руку нужно вышить, и вот тут доделать. Также я переставила эту работу на пяльца от Нурги. Стало полегче, они легкие, комфортные, удобные, поэтому мне будет намного проще и легче вышивать. Вот такие у меня планы. Буду держать вас в курсе. Ну, увидимся с вами в следующем включении. Итак, сегодня суббота, 9 декабря. Сегодня я планировала отчитаться вам за рукодельную неделю прошедшую, но не тут-то было. Как всегда, работа, усталость, куча домашних дел. И максимум, на что меня хватило, это немножко позаниматься какими-то процессами. Ну, во-первых, я вот вам показываю, я наконец-то дошила чудесного тигренка, которого я сейчас и буду оформлять. Сейчас у меня есть немножко времени в субботу, поэтому я это время хочу потратить на оформление. Я рада, что я его дошила, и хочу сегодня оформить, чтобы он у меня уже, как говорится, не маячил, а стоял на рукодельном моем столе, меня радовал своим забавным видом. Я напомню, что это вот старенький набор от Dimensions, Stuffins называется, 98 года производства, размер игрушки 22 сантиметра в высоту должен получиться, но мы с вами посмотрим, как он в итоге получится. В комплекте у нас шла Аида 14 каунта, вот такого вот приятного сливочного цвета, но я заменила на Линду белого цвета, думала на кофейную, но кофейная мне показалась темноватая, подходящего оттенка я не нашла, поэтому заменила на белый. И в принципе у меня очень
долго разбирали сомнения, правильно, неправильно. Вот сейчас я дошила, и мне очень-очень нравится, как он смотрится, этот красавчик. Поэтому я думаю, что все будет замечательно. Игрушка будет яркая, очень красивая. Нитки я организовывала вот на такой простой органайзер. Они здесь в наборе очень короткие. Каких-то цветов у меня ушло, ну, прям под самый корешочек, ничего не осталось. Каких-то цветов очень много, ну, такая, в общем-то, странная комплектация получается как-то. Каких-то цветов много, каких-то прям вообще мало. Вот, ну, старые наборы, у них такое бывает. Вот, и вот такой вот у меня получился тигренок. Давайте я вам его немножко покажу поближе. Я сделала обычной красной ниткой окантовку. Это места, где я буду его сшивать. Они были указаны, чтобы не рисовать какими-то маркерами. Я решила вот просто красной ниткой, а потом ее после сшивания я ее уберу. Вот такой вот замечательный тигр. Красивый, яркий, великолепный. Давайте его замерим, сколько он у меня получился в высоту. Так, получился он у меня, надо с ушами брать, 25 сантиметров. Но я беру по вот эту красную линию, конечно, он будет чуть меньше, у меня вот так, 23 сантиметра. Ну, может быть, потому что линда, поэтому немножко у меня получился побольше на сантиметр. Ну, ничего страшного, мне ткани хватает, я ее уже проутюжила. Подготовила. Вот это у нас на задничек. Вот такая красивая тканюшка. Здесь я, когда делала обзор, сразу не поняла, зачем это нужно. Видите, вот так идет такой кусочек, и здесь как бы как вытащенная ниточка такая есть, такой есть пробел. Этот кусочек отрезается, и из него будет делаться вот бантик, вот этот. И также есть фетр. Где фетр? Фетр. Где-то фетр рядом был. Вот он, кусочек фетра. Это будут крылья. Вот такие чудесные. Ну, в общем, мне нужно еще пару часиков, чтобы собрать эту игрушку. Потому что первый раз собираю. Буду аккуратненько собирать. Посмотрим, что да как. Ну, тут, в принципе, нет ничего сложного. Главное, нужно будет аккуратно сделать низ. Вот, чтобы игрушка имела донышко. Сюда бы хорошо насыпать каких-нибудь шариков, таких, знаете, пластиковых, называются они полипеллетс для игрушек. Но у меня их нет, никогда они мне здесь не попадались, ни в каких интернет-магазинах. Поэтому буду, наверное, проклеивать дно два раза флизелином, чтобы оно было более-менее устойчивым. И будет вот такая вот красивая игрушка. Класс! Мне прям вот очень хочется посмотреть, как она будет в сборке. Надеюсь, что у меня получится, что я ничего здесь не испорчу, потому что я могу. Поэтому буду стараться, чтобы все было чудесненько. Конечно, проклею флизелином. Сейчас у меня начнется такая работа подготовительная. Проклею флизелином, сострочу аккуратно. Ну и дальше будет у меня сборка. Организовала вот так вот мои бескорнюшки, а то они у меня по всем процессам, по разным коробочкам везде валяются, и как-то мне это не нравится. Поэтому у меня здесь нашлась вот такая вот обычная пластиковая коробочка, и здесь мои бескорню. Конечно, еще не все, нужно будет все подсобирать сюда. Вот, и также бабочка от Милхил вот туда пристроилась. Я думаю, что можно будет здесь и все мелхилки тоже подсобирать. А это без корню у меня, она сейчас работает помощницей при шитье. Здесь булавки, видите, надо же где-то хранить. Поэтому они хранятся здесь. Очень красиво без корню, вот с такой божьей коровкой, пуговкой. Вот. Мне нравится пользоваться моими бескорнюшками. Они участвуют в каких-то процессах периодически. То в один беру, то в другой. Вот это самая любимая. Она вышивалась на Иде 18 аккаунта. Такая маленькая, очень компактная, очень яркая. Я ее обожаю. И вы все их знаете, я вам их 100 раз показывала. Но тем не менее, вот даже я их периодически люблю вот так жмакать, рассматривать. Хочется обязательно каждый год хоть что-то такое вышивать. На следующий год у меня есть идеи. В этом году мне только одна маленькая штучка вышилась. Вот.
на следующий год, я надеюсь, что у меня что-то будет побольше. Это Атриолис. Очень красивая, в форме вот так вот ракушки. Шикарная. Вот так раз. Здесь ракушка. Прикольная очень. Без корню. Это не без корню, это игольница в форме ракушки. И зигугу, которая, в общем-то, очень многих утомила, когда они ее вышивали. Действительно, работа мелкая, кропотливая, сборка, бисера много. Но очень классная штука. Мне нравится, обожаю ее. Еще хочу что-нибудь вот такое интересненькое. И нужно мне будет купить себе какую-нибудь красивую полочку деревянную. Я уже себе присматриваю. Знаете, вот девочки есть, девочки, мальчики. Мальчики, скорее всего, делают такие полочки двухъярусные по типу этажерки из дерева. И вот я хочу себе какую-нибудь такую полочку купить. Может быть, в следующем году, и туда собирать всю эту мелочевку, потому что я ее люблю вышивать, мне нравится любоваться, но вот как-то разместить, когда их много где-то у себя на рабочем столе, очень сложно. И вот пока вот так стоят, как пироженки, я ими любуюсь, пусть стоят. Так, дальше. Значит, это я сейчас отправляюсь работать. Шить. Буду вам показывать, может быть, какие-нибудь этапы. Хочу еще вам показать, что я вернулась к одному процессу. У меня здесь новая организация. Так, немножко вот так. Вот, давно я себе искала. Там у меня тут нитковдеватель от Милхил. Когда-то покупала. Ну, когда-то, в этом году. Просто вам не показывала. Они дорогие, но в принципе ничего. Я люблю вот с такой тоненькой проволочкой. Достаточно плотный держится. И помещается даже вот в такие вот маленькие коробочки. Да, можно там хранить с иголками. Вот, давно я искала себе какую-нибудь маленькую комфортную мусорничку. Вот, и наконец-то я нашла вот такую вот небольшую коробочку. Не знаю, бамбук, не бамбук, но вот из этих вот палочек деревянных. Ну, копеечная штука, но знаете, она мне для мусора очень-очень подошла. Видите, объем хороший есть, открывается, закрывается легко. Вот, и все обрезки там. Ну, вот так, ставлю ее сюда на подносик. Ножницы, нитковдеватель, иглы и вперед. Вот, и что я, значит, взяла в работу. Так, надо немножко в сторону поставить. Я вчера сидела, вышивала хардангер. Покажу вам попозже, может быть, хардангер. Но, в принципе, там еще показывать нечего. И вообще-то у меня по плану стояла мирабилия на вышивку, но зима. У всех зима, у нас зимы в этом году нет. В Греции зима отменяется в этом году. Вот. У всех зима, все всякие зимние сюжеты вышивают. И я так, знаете, посмотрела, вдохновилась и решила, что мне нужно заняться моими птицами от Custom Crafts. Тем более, что я уже вам говорила, перешла на более такие легкие участки. Не так много одиночек, и как-то это дает настроению вышивать. И вчера я подумала, что попробую вышивать на кюснапах, не на раме, не на станке, чтобы это был мобильный такой процесс. И по-быстренькому вчера вот так вот организовала. Да, организация, конечно, у меня здесь этого процесса немножко такая, знаете, корявенькая. Просто закрутила основу. Основа здесь большая, 50 сантиметров. Я очень не люблю вот эти края. Ну, вот то, что я смогла вчера сделать, я быстренько закрутила и стала вышивать. И вы знаете, у меня так хорошо пошел процесс. Кюснапы, они легкие, вы знаете, тем более это маленькие кюснапы. И так у меня хорошо вчера пошел процесс под сериальчики. И я вышила около 500 крестиков. 500 крестиков. Ну, я здесь вышивала двумя цветами, поэтому, конечно, было мне легко. Вот, ну, тут буду даже заполнять одиночки, опять же, остались. И постараюсь, наверное, продвигать. Сколько есть сил. Еще вот этот процесс, он у меня зимний. Пока есть настроение, буду его вышивать. А дальше посмотрим. Дальше я не знаю. Ну, все по настроению. Вот. Поэтому у меня, я вам так показываю, на следующую неделю идет вот этот процесс. Скорее всего, это видео выйдет
уже на следующей неделе, потому что на этой неделе, ну вот суббота, я не успею вам показать, рассказать, какие у меня тут новости рукодельные. А на следующей неделе, я думаю, что я как раз что-то навышиваю, что-то дооформляю и все вместе вам уже презентую. Еще раз хочу поблагодарить за ваши плюсики, за ваши комментарии. Знаете, ну очень поддерживает, поэтому ставьте побольше плюсиков, сердечек. Все, что хотите в комментариях, можете оставлять различные символы. И ну, можете писать комментарии, конечно же. Это очень-очень мне сейчас помогает. Ваша вот такая вот поддержка, теплота, она очень нужна. Так, и вот, значит, процесс у меня этот вышивается. Я его вышиваю на... Не уношу, вышиваю его по саге. За схему не устаю благодарить Кристину Внукову, канал «Брутальная вышивальщица». Она мне эту схему подарила. И вот с ее легкой вот этой подачей процесс пошел. Я каждый раз, когда вышиваю, так ее благодарю. Думаю, что бы я делала еще по бумажке, я бы еще мучилась и мучилась. А так уже по саге, ну, чуть-чуть полегче, чуть-чуть. Потому что все-таки как-то помогает, да? Видно, где какие крестики пропущены, какая-то грубка. Все-таки полегче. Вот, поэтому вышиваю с удовольствием, благодарю Кристину. И напоминаю, что у нее очень много схем от Custom Crafts, и они недорогие, поэтому можете обратиться, посмотреть, что есть в наличии. Это действительно очень-очень помогает. И по саге я уже перешла за 40%. Да, больше 40%, поэтому... Ну, у меня стимул еще подтянуть хотя бы на парочку процентов. Для меня это будет очень здорово. В общем, вышиваю Custom Crafts в моем дворике. И, наверное, на следующей неделе там, как получится, покажу, раскручу. Мы еще раз посмотрим, как продвинулась эта работа. Вот, а мы идем дальше. Покажу вам, какие у меня еще рукодельные новости. А дальше в магазине с... товарами для дома, там различные мелкие товары для дома, мне попалась вот эта рамка 29,7 на 42 сантиметров. Она, конечно, немножко большеватая, но она была недорогая, я решила ее взять, потому что я хочу что-то оформить из зимнего, немножко поменять себе в комнате настроение. Нет настроения устраивать прям вот именно зимнюю-зимнюю историю, но хотя бы немножко полюбоваться моими зимними работами мне хочется, потому что я-то их вышивала долго, терпеливо, и они лежат в рулоне, как-то, знаете, хочется себя порадовать. Я купила этот пенокартон, чтобы натянуть ангелов, и вот увидела эту рамочку, взяла для этой работы. Конечно, чуть-чуть большевато, но на... Вот это на первое время, ну, на месяц, да, чтобы она постояла, меня порадовала. Меня это вполне устраивает. Я потом просто вытащу, да, может быть, не вытащу, может быть, уберу наверх. Ну, посмотрим, как буду хранить. По крайней мере, сейчас хочу оформить, просто себя порадовать. Пусть у меня стоит на моем столе. Эта работа создает мне зимнее настроение. Знаете... Кому-то зима очень надоедает, потому что много месяцев, я это помню, как это скучно. А у нас здесь же не снежинки, поэтому мне небольшие легкие воспоминания о снеге, холоде и вот такой красоте на вышивке как раз то, что нужно. Больше, наверное, и не надо. Вот, поэтому сегодня буду также оформлять хотя бы одну работу. Сшить кота нужно. Ну, вот такие вот у меня планы. Поэтому я побежала заниматься рукоделием, и увидимся с вами в следующем включении. Так, сегодня у нас уже воскресенье, 10 декабря, и показываю вам уже полностью готовую сшитую игрушку, чудесный тигрик, такой вот волшебный. Вчера я потратила целый вечер на изготовление этой игрушки, потому что вот такие мелкие изделия, они всегда шьются кропотливо и сложно. Не снимала я кусочки видео, потому что шила параллельно с домашними делами, отвлекалась, поэтому ну, не было возможности делать какие-то вступления, вставки, да, снимать. И немножко вам расскажу по методу моей сборки, как я собирала, основываясь на каком-то своем опыте. Значит, это у меня Линда,
27 аккаунта. Я проклеила ее тонким флизелином, укрепила. Основа, которая была дана для задника в наборе, я ее не проклеивала, она сама по себе достаточно плотная. Дальше я сшивала эту игрушку на машинке по красной линии, как я вам показывала, да, где я сделала наметочный шов. Я прошивала и потом ее сразу убирала, эту линию с лицевой стороны, да, нужно было выбирать. Где-то я карандашом, смывающимся маркером потом проводила линию и прошивала, и нитку сразу убирала. Вот. И дно я сделала, ну, вот так, как мы делаем у сумочек донышко. Был дан расчет по схеме. Я точно этот расчет оставила, отступ, да, и вот сделала вот такое вот донышко. В принципе, игрушка стоит на ровных поверхностях. Он может стоять. Вот, если его так хорошо поставить, то игрушка может стоять. Ну, давай же, вот, вот он стоит. На неровных, конечно, он не стоит. Ему нужно где-то облокотиться. Но мне нравится то, что это, ну, как бы полностью игрушка. Здесь нет каких-то таких вот утяжеляющих моментов. Хотя немножко сюда бы пластиковых шариков я бы насыпала. Он бы лучше бы стоял. Но картон я не хотела вставлять, ничего клеить. Я хотела вот сделать именно просто игрушку. Вот, поэтому донышко у меня вот такое. Обычная. Я дополнительно не проклеивала. И так есть хорошая плотность, жесткость. Он отлично вот стоит. Красавчик вот такой. Набивала два раза. Раз набила, походила, утрамбовала, еще набила. И вот все равно уши чуть-чуть. Нужно было бы еще поплотнее набить. Почему-то как-то этот синтепон, он такой, знаете, очень быстро принимает форму, сжимается. Вот. Дальше, что у нас тут? Крылышки. Крылышки я вырезала по образцу, был дан в схемке. Обработала вот так простой ниточкой, как указано. Я больше ориентировалась на фотографию, на превью, потому что английский я плохо знаю. Мужа постоянно просить прочитай, переведи. Мне тоже, знаете, не хочется со всякой ерундой его отвлекать. Ему тоже отдохнуть хочется. Поэтому я, вот как здесь показано, обработала обметочным швом крылышки. И просто вот так вот их уже сверху потом пришила аккуратно. Они не видны. И вот эта вот ленточка, которая была дана у нас, я ее тоже не обрабатывала, не знаю, может быть, и надо было, но она плотная, она не такая, что прям вот испортится. Поэтому я просто так завязала такой вот бантик. Бантик, конечно, у меня не очень получился, но как получился, вот так. Такой вот красавчик. Единственное, что, девочки, будете смеяться, я потеряла шармик. Но я думаю, что я его не на совсем потеряла, а просто где-то он у меня в какой-то коробочке лежит, он же маленький, я его не нашла. Но я еще разбираю свои все эти запасы рукодельные, я думаю, что я его обязательно найду, и потом аккуратненько вот где-то здесь он должен быть, я его пришью. Вот. Ну, игрушка получилась потрясающая. Мне очень понравилось то, что получилось. Я думала, она будет больше. Вот на основе, на Линде, да, когда на станке там я вышивала, казалось, что это будет какая-то такая огромная игрушка, такая большая. Нет, она совсем не очень-то и большая. Вот смотрите, с моим скотом, если сравнить, чуть-чуть больше кота. Видите, чуть-чуть больше кота. Но я мерила, получалась она 23 сантиметра. Да, ну вот так она и есть, как указано, 22-23 сантиметра. Вот, все-таки, когда сшивается, бока эти все уходят, и она уже не такая огромная. Мне казалось, что да, она будет какая-то прям такая огромная эта игрушка. Нет, вот замечательный котик. Что еще хочу сказать? Рада, что я все-таки взяла Линду, рада, что взяла белую, потому что если бы взяла кофейную, был бы он темненький такой, знаете, ну темновато было бы. А так игрушка получилась яркая, достаточно яркая, прикольная. Мне все прям очень-очень нравится. Он мягенький, классный, прям такой классный тигрик. Я ему здесь два пина вколола в ухо для украшения. Вот. Вот так вот. Крылышками. Он теперь может махать. У него есть волшебная палочка. Вот такой вот
волшебный тигрик. Еще раз покажу, как у меня здесь ножки сделаны. Вот так. Ну, так, в принципе, и по инструкции, и по сборке. Видите, вот точно так же. Может быть, у меня... Да нет, все точно так же. Вот. Вот так. Также звездочка уходит сбоку. Все правильно. И вот отступ, который дан при, на схеме, там, я не помню сколько, то ли 11, то ли 12 клеточек вниз, вот как раз они, вот этот отступ, он идет на подворот, прям в аккурат. Вот, я очень довольна, у меня финиш, я теперь вдохновилась, то у меня эта игрушка, знаете, я ее начала, потом у меня сомнения ко мне пробрались, и долго меня мучили, я не знала, что мне делать с этой игрушкой, на чем вышивать, что делать, да как. И вот, знаете, бывают так, работы лежат, лежат, потом раз, приходят их моменты, и они быстро выполняются. И вот на этой неделе я дошила, все доделала и сделала сборку. Теперь у меня больше опыта. И, конечно же, я буду делать еще вторую игрушку. У меня есть чудесный мишка. Так, сейчас я вам принесу, покажу мишку. Так, напомню, что у меня есть вот такой мишка. Он мне очень нравится. Такой, знаете, хозяин. У него тут кухонные чашки, чайник, вот заварничек. Ну, прям такой хозяин, хороший Миша. И, знаете, мне прям вот захотелось еще парочку таких игрушек. Может быть, даже схем найти, не обязательно набор, потому что, ну, ниток здесь мало. Тут самое главное... Схема нужна, чтобы вышить, да, собрать. Нитки можно найти, задник тоже можно любой придумать. И прекрасны будут игрушки. Вот. Задничек здесь такой в тему с чайничками. Вышивать также буду на линде. Аиду оставлю, ну, для других каких-то процессов. Вот такой вот здесь задничек. И видите, вот она эта линия. Я тогда удивлялась, думала, что это такое. Вот она. Это для этих бантиков у них отрезается ровненько. И все. Принт хороший. За столько лет ничего не случилось. Поэтому гарантия качества Dimensions. Вот такой вот кусочек Аиды. Иголочка. Ну, иголочку сразу надо убрать, чтобы она здесь не заржавела, не дай бог. Вот. Ниточек здесь совсем вот чуть-чуть. Такой вот маленький пучочек. Шармик. Главное его теперь тоже не потерять. Юля, куда ты деваешься, шармики? Найдется. Где-то он у меня лежит. Вот. И на этой схемке, видите, она такая тоже маленькая. Тоже есть вот этот вот отступ. И показана линия, где нужно будет сшивать. Вот, что я хотела вам показать. Такой момент. Ну, в общем, пока начинать не буду, потому что мне нужно подготовиться в поездку. Я с собой в дорогу буду брать новогодние игрушки. А когда вернусь, обязательно начну вот этого вот чудесного мишку. Ну и постараюсь поискать какие-то схемки. Может быть, в интернете я найду еще других игрушек. И я обязательно тоже что-нибудь в течение года буду вышивать. Потому что мне понравилось сделать такие вот игрушки. Пока он у меня живет в этой корзинке, чтобы он хорошо стоял. Вот. А вообще, конечно, ну вот сюда еще один поместится запросто. Вот так в корзиночке. Еще один должен будет стоять. Хорошие корзинки для вот таких вот игрушек. А для бескорню все-таки нужно будет мне собраться силами и купить такую, знаете, полочку, вот этажерку двухэтажную. Вот такие новости. Больше я пока ничего не делала. Сегодня воскресенье буду разбирать вещи. У нас же зима пришла. Вроде бы как, ну, может быть, оформлю работу зимнюю, мне хочется. Я вчера отрезала пенокартон кусок, стала уже натягивать. Посмотрим, если получится, то я оформлю. Вот, а пока у нас такие вот новости. Желаю вам хорошего настроения. Увидимся с вами в следующем включении. Итак, сегодня уже у нас воскресенье, 17 декабря.
Да, пролетела очень быстро и эта неделя. И сегодня я буду, наверное, подводить итог моему рукодельному влогу. Покажу, что успела, что не успела. Больше не успела, чем успела. Ну, как получается. Так, я хочу, во-первых, показать вам прогресс по Custom Crafts в моем дворике. У меня все-таки получился, я так считаю, хороший прогресс. Хотя я вышиваю сейчас немного, но тем не менее работа продвинулась. Напомню, Custom Crafts в моем дворике. Размер будет 49,5 на 35,6 сантиметра. Вот такие вот красивые птицы должны получиться. И смотрим, что у меня уже есть. Так, работа в кадр. Прошу любить и жаловать. Вот такая вот красота уже получается. Мне кажется, что заметен прогресс, особенно вот это красное большое пятно. Да, видите, работа такая большая по сравнению с моей рукой. Ну, благо она вышивается на 14 каунте, поэтому, конечно же, полегче. И я уже говорила, что самое-самое сложное вот здесь я вышла. Здесь вот были одни одиночки. Здесь можно, как говорится, вышивать и плакать. Ну, у кого как рука набита, кто-то с одиночками очень хорошо справляется. А мне, конечно, тяжело. Вот, но я этот участок преодолела. Он был у меня в несколько лет, пока не появилась сага. И с пришествием саги у меня уже процесс пошел получше. Вот мы видим, уже здесь одна птичка появилась, у нее тут хвостик. Нужно взять какую-то иголочку. Вот у нее здесь хвостик. И вот появляется главный птиц, кардинал красненький. Такой он будет крупненький. Здесь, видите, я специально вам вначале показала картинку, обложку, чтобы сориентировать, где я нахожусь и что я сейчас вышиваю. Ну и вот от головы этой птицы, я еще, конечно, не дошила туда, я где-то на половинке, вот так. В принципе, уже не так много. И смотрите, что я так себе подумала. Вот эти участки вверху, где фон, они вышиваются легко. Там идут уже только чисто цветовые пятна. Вот они, вот здесь. Поэтому, чтобы разнообразить себе работу, чтобы не вышивать потом только пятна, опять скучать, я решила, вышью сейчас вот этого красного кардинала, пойду прям вверх до упора и дошью полностью третий угол выше вот этих трех птиц. А потом буду вышивать вот эти две. Мне так кажется, будет интереснее мне и вам. Будет небольшая какая-то смена обстановки. Да, будем смотреть на разные какие-то участки. Как-то будет поинтереснее. Вот. И вообще мне нужно было ее начинать вышивать сбоку. Тогда бы я чуть-чуть шила сложного участка, чуть-чуть среднего и легкий. Я бы как-то отдыхала. Я сразу взяла с самого-самого низу, начала вышивать. И, конечно, здесь иголками этими я накололась. Ну вот теперь... Мне, конечно, было тяжело в тот момент начинать сбоку, потому что просто психологически это непривычно. А так, в принципе, ну крестики, они тоже были бы ровные и красивые. Вот, ну, сейчас я преодолела этот этап, и теперь работа идет. У меня уже на саге 45%, отличный прогресс, но я откладываю эту работу. Я вам говорила, на следующей неделе, в четверг, я улетаю в Израиль. Совмещаем все, и праздники, и работу, и, ну, вот, летим с мужем, вот, до января. До 7 января, 7 возвращаемся. Вот, с собой буду брать дорогу, другой процесс. А вот эти 3 дня, которые у меня здесь есть, я хочу повышивать хардангер мой. Сейчас я вам тоже его покажу. Поэтому эта работа у меня откладывается до следующего года, до настроения, до лучших времен. Ну, уже 45%. Это уже просто здорово. Итак, хардангер. Я вам его очень-очень давно не показывала. Ну, показываю периодически, когда есть какие-то этапы продвижения, потому что здесь рисунок однообразный, дорожка моя большая. Напомню, 1,50 м на 50 см. Начала я в прошлом году, где-то в феврале. И, соответственно, в прошлом году, в этом году, в феврале, 2023 год. И, соответственно, я хочу ее закончить к марту следующего года. Поэтому мне нужно приложить тоже максимум усилий, чтобы дорожка к весне у меня была готова. И я хочу ее расстелить и радоваться своему изделию. У меня готова ровно половина работы. Был у меня момент, когда я здесь вот неправильно вышила
уголки, и у меня не состыковывался вот этот рисунок. Я много там выпарывала и переделывала. Ну, в общем, у меня все сошлось, я все исправила. Не буду сейчас вам все раскладывать, просто показываю какой-то участок, да. Вот, и теперь мне осталось отажурить, ну, не только отажурить, вышить еще и алжирские глазки, которые вот они, эти трудоемные алжирские глазки. И тогда, сделаю немножко, наверное, поближе, тогда я буду ажурить. Вот, видите, у меня половина дорожки уже вот так красиво. Очень мне нравится. Мне нравится выбор нитки. Я хорошо подобрала. Прям с собой довольна. Такие красивые здесь, особенно уголки мне очень понравились, как выполняются. Красота. Вот, мне кажется, я научилась и подрезаю уже получше. Не так сильно мне страшно. И меньше пеньков. Вот, ну, когда я постираю, она, наверное, еще подсядет. Я думаю, что будет еще лучше. Разутюжу я, подсядет она, все будет хорошо. Вышиваю на Лугане 25-го каунта. Лугана оказалась очень сильно садится. Я когда первую дорожку делала, я этого не знала, я ее сразу покроила по размеру моего комода, сделала, вышила, да, потом постирала. И она села у меня на 5 сантиметров по длине и по ширине сантиметра на 3, по-моему. Ну, вот как-то так, очень круто села. Поэтому в следующий раз, если кто-то будет вышивать на Лугане, вы ее сразу стираете, чтобы уже правильно сделать размер. Потому что я вот, получается, постирала, дорожка сильно села, и она у меня не так, как я хотела, чтобы она прямо у меня была на весь комод. Тем более ее немножко стянуло углы. Ну, в общем, нужно здесь быть внимательным. Я вот не знала, и теперь узнала на своем личном опыте, что она вот так сильно садится, на столько сантиметров. Вот. Но эту ткань я уже стирала, она уже у меня севшая, поэтому я на ней вышиваю. Вот. Ну, здесь уже такой момент, здесь я не могу прям ее увеличить либо уменьшить на несколько сантиметров, потому что здесь рисунок идет крупными блоками, да, вот такими. И тут либо блок плюс, либо блок минус. По-другому не получается как-то ее уменьшить. Поэтому у меня получилось 50 сантиметров по ширине. Я бы хотела, к примеру, сантиметров 60, но так не получается. Но в целом она будет смотреться все равно хорошо, потому что она такая ажурная, интересная. Именно я хотела, чтобы у меня был обработан край, потому что в центре всегда чего-нибудь ставим. Какие-нибудь то ли вазы, то ли шкатулки, то ли фотографии. Поэтому центр, он закрывается предметами. А вот край я хотела, чтобы был таким вот интересным. И мне моя идея с дорожками очень-очень понравилась. Я в планах на следующий год уже себе в голове, девочки. Но это же невозможно остановиться. В голове я уже себе накрутила. Ну, 2-3 дорожки. Конечно, я не буду все начинать. Я уже понимаю, что нужно делать по одной вещи, потому что они трудоемкие. Начнешь сень, никогда не закончится. Поэтому я сейчас эту дорожку буду доводить до ума. Вот я уже приступила, начинаю делать алжирские глазки. И вот мне нужно это все прошить, порезать, пожурить. Да, работы много. Вот, видите, вот так, вот так, вот так, вот так. И потом еще и уголочек нужно будет сделать. И вот тут у меня еще не отожурено. Вот. Ровно половина у меня готова. Поэтому до марта месяца тоже хочется эту работу мне завершить. Поэтому нужно планировать время, постепенно ее потихоньку брать в работу. Ну, мне хардангер очень понравился, я не скучаю. Несмотря на то, что вот какие-то есть элементы трудоемкие, вот эти алжирские глазки особенно, а базовые элементы вышиваются легко, нон-стоп. А вот глазки, конечно, это такая работа, знаете, трудоемкая. Но, тем не менее, мне нравится, и поэтому у меня будут еще новые дизайны. Скорее всего, буду их разрабатывать сама под свой размер, под свои ткани, под то, что у меня есть. Ну, может быть, что-то будет попадаться готовое, конечно. Для этого нужно какие-то, может быть, журналы купить, чтобы почитать, ознакомиться. Вот. Потому что я, как начинающий человек, делаю пока самые-самые простые узоры, стандартные какие-то, чтобы, ну, работа-то большая все-таки, чтобы было и красиво, и
в то же время не сильно сложно. Напомню по ниткам. Значит, на мою большую дорожку я покупала 5 мотков. Нитки у меня DMC номер 67, вот такой вот меланж красивый, голубенький. Восьмерка S, да. Купила на глаз 5 мотков, вот у меня осталось полмоточка. То есть у меня ушло ровно 4,5 мотка. Я как-то молодец, как-то я так на глазочек угадала. В мотках по 90 метров, по-моему. Так, сколько метров, где я тут читала? Если я не ошибаюсь, по-моему, 90 метров. Но я вот сейчас не вижу на этикетке. И что мне понравилось с этими нитками, может, там еще была еще одна этикетка, а вот, с другой стороны, Семен Семенович. Так, не в камеру показываю, во-первых. Где же я читала? Так, сейчас у меня ушло с моего внимания. Но то, что мне понравилось, что можно стирать в машинке 95 градусов, там сушить, гладить. То есть это нитки такие, которые не настраивается камера. Нитки, которые, в общем-то, выдерживают температуру и которые можно использовать для вещей в прикладных, в рукоделии. Поэтому я с этих ниток хочу попробовать что-то вышивать еще и крестиком. Есть какие-то у меня идеи. Может быть, какой-то дизайн для подушки. Ну, пока это идеи. Главное, что для дорожек эта нитка очень классно подойдет, можно стирать, ни о чем не переживать, она плотная, очень хорошая. Еще такой момент, хочу вам показать разницу в нитках. Так, белого я покупала 3 мотка и покупала нитки Анкор. Они были дешевле от разницы от ДМС. И я взяла, думаю, ну белый он есть белый, возьму Анкор. И хочу показать вам разницу в нитке. Надеюсь, моя камера сможет это передать. Ну, даже вот по моткам зрительно вы можете сравнить. Посмотрите, вот это Анкор, а вот это ДМС. Я думаю, что даже зрительно видно, что что-то не так. Нитка ДМС, она лучше скрученная, она гладкая и ровная от начала и до конца. А у Анкора она вначале гладкая, как ДМС, а потом она все больше и больше становится такой рыхлой, неровная, неоднородная. И поверьте, это в вышивке тоже очень заметно это чувствуется. Вот поэтому я для себя сделала вывод, что Анкор я не люблю, и другие аналоги я тоже брать не буду, потому что такие вещи один раз делаешь, лучше купить дорогую хорошую нитку, чтобы она всю жизнь у тебя держалась, стиралась и ничего с ней не происходило. Вот этого я вам на своем опыте вот показываю. Реально 2 мотка. Вот он Анкор. Видно, как он рыхлый. И это нитка ДМС. Так, поэтому вот эти 3 дня я занимаюсь хардангером. Это вы, конечно, уже увидите в следующем году в влоге, в каком-то отчетном видео. Надеюсь, что к весне я смогу завершить. Мне уже очень хочется постирать и уже обрезать, чтобы моя работа уже была полностью вот такая вот красивенькая. Я немножко надрезала уголок, потому что мне было страшновато, как он обрежется. Я никогда еще не обрезала вот так вот большую объемную работу хардангера, да. Вот. Но, как пишут в книгах и блогеры, что не переживайте, все прекрасно обрезается, когда есть обметочный шов. Я вот чуть-чуть попробовала, все, конечно, хорошо держится. Единственное, что мне страшновато было, я далеко стала резать, не под самый край, у меня вот здесь вот эти вот пушок появился, поэтому нужно будет резать прям аккуратно-аккуратно, все это вырезать, и будет вот по краешек вот так все срезано. Вот эти вот все элементы будут видны. Ну вот, такая вот у меня работа, шикарная, интересная, откладывается. И что еще хочу вам показать в этом влоге? В этом влоге я хочу вам показать набор, который я буду брать с собой в дорогу. Так как здесь игрушки, я надеюсь, что я смогу что-то там повышивать. Но у меня точно будет больше времени, чем дома, потому что там у меня не будет домашних дел. Да, у нас там мы тоже едем по делам по нашим, у нас будет день занят. Вечером мы, наверное, где-то будем ходить гулять, ну как-то, да. Все равно будем где-то выходить, но время все равно будет. Я надеюсь, что оно будет. Там каких-то пару часиков перед сном повышивать.
И я с собой беру игрушки. Никогда не вышивала игрушки у Dimensions. А эти мне так понравились. Думаю, ну все, ну не могу. Тоже нужно вышить. Поэтому беру с собой и хочу сделать обзор на этот набор. Мы сейчас его прям вместе с вами откроем. Я еще не открывала. Он запечатанный. Набор раритетный. Я за ним, ну, гонялась. Я думала, что мне не повезет его найти. И вот, ну, бывают же, да, такие случаи. Я все-таки его поймала, этот наборчик. Чему очень-очень-очень рада, что он у меня есть оригинальный. Потому что есть у меня опыт вышивки неоригинальных наборов Dimensions. Конечно, не очень это хорошее удовольствие. Ну, кот в мешке, когда как. Бывают хорошие наборы, собранные, бывает нет. Уже есть риск. А тут, как говорится, все 100%. Без каких-то теней сомнений. Ну, во-первых, мы видим нитки красивущие. Сколько пучков? Два. Два пучка. Вот один сине-зеленый, коричневый, красный, белый, желтый. Вот два пучка ниток. Нужно будет сейчас разобрать, все подготовить, чтобы было все удобно, комфортно. Красный фетр. Красивый, конечно, праздничный фетр, шикарный. Так, вот такой маленький такой кусочек. Окажется, игрушки такие большие, они будут такие маленькие, что ли. Их там 6. Масюсенькие. Ну, ладно. Может, быстрее вышьются, как думаете, если они такие маленькие? Так, ну, ага, вот Аида. 14 каунт, такая сливочный цвет. Видно, что ее надо стирать, она, видите, от времени она пожелтела, волосы какие-то пошли, выгорела, что ли. Но внутри ничего. Выгорела вот с этой стороны квадрат. А внутри нормальная. Постираю, будет совсем мягко. Нет, буду вышивать с внутренней стороны. Ничего страшного. Все равно вышьется и в игрушке оформится. А, ну вот такой вот момент, да. Вот на камеру видно, как квадрат выгорел. Видите? Старые наборы. Вот кот в мешке. Никогда не знаю, что получится. Может, она полиняла от фетра. Взяла какой-то цвет. Потому что фетр сверху был. Все может быть. Так, дальше смотрим, какой сюрприз. Надеюсь, схема тут есть. Есть игла. Так, ну посмотрим схему. Набор-то снят с производства. Давайте посмотрим. Вот такая схемка. Вот они, 6 игрушек. Как они мне все нравятся. Какая красота. Так, смотрим. 50 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 50 на 80. Небольшие такие игрушки на 14 Аиде. Я думаю, должны вышиваться легко. Так, не сильно много здесь мелких деталей по схеме, я вот смотрю. Тут вообще полосочки. Тут вообще много одного цвета вышивается. Вот тут, тут много одного цвета. Не, не сложные игрушки. Не сложные. Но они очень красивые, очень эффектные получаются. Я их, как увидела, прям сразу они мне понравились. Вот эти игрушки, эти носочки. Вот такие вот шикарные. Поэтому сейчас буду разбирать нитки, готовить с собой организацию. Как-то нужно это все приготовить. Игла для бэка. Вот. И, не знаю, сделаю еще, может, исключение. Может быть, не получится. Посмотрим. Вот. Итак, с вами прощаюсь, никак не распрощаюсь. Мне же нужно сделать организацию набора Dimensions. Этим я потихоньку и занимаюсь, чтобы у меня все в дороге уже было организовано. Значит, эту Аиду я решилась, все-таки постирала, посушила ее, отутюжила, обработала край основы зигзагом. Основа у меня села на 1 сантиметр. Причем так заметно хорошо она усела. Стирала в чуть теплой воде, ну там 30 градусов. Раньше я не замечала, не обращала внимания на вот эти усадки. А сейчас стала замечать, потому что, соответственно, размер очень меняется. Все меняется. Вот. И у меня был расчет вот этих вот трех
частей на 12,5 сантиметров, ширина стала на 12 сантиметров, да, ну так на 1,5 сантиметра получается усела. Очень круто, уселась основа, значит, соответственно, ниток уйдет намного меньше. Ну, будем смотреть, как оно получится. Вот 14 каунт написано в наборе. Ну, здесь вроде бы так он и есть, 14. Вот. Ну, уже, я думаю, уже похож на 16. Уже не 14, уже 16 с такой усадкой. Нужно будет, кстати, посчитать еще по крестикам. Вот, ну и желтизна не ушла. Я стирала, замачивала, не ушла желтизна. Ну ладно, это все равно зашьется, не так критично. Просто момент тоже такой, знаете, любопытный. Где-то видно, этот набор залежался, что он, видите, даже обложка пожелтела и как-то отдал цвет в основу. Может, где-то в каком-то прям теплом месте. Ну, не знаю даже, как это могло произойти. В общем, факт есть факт. Я буду вышивать на пяльцах Нурги. Для дороги это то, что надо. Хорошая натяжка. Все как бы удобно, комфортно. Чтобы мне было прям вообще удобно, можно начать прям с серединки вышивать. Я вот себе разметила, да, пополам. И три блока. Вот, три блока. Вышивать буду на цельной основе. И потом уже буду все разрезать и оформлять в пин-кипы. Вот так. Также я приготовила на Нурге чехол вот такой вот. Сейчас тоже все это одену, чтобы было все красивенько и удобненько. С собой беру, не успела я ничего шить, хотела шить тематическую сумку для этого дизайна. Но, видите, ничего не успела, поэтому беру с собой вот эту сумку. Она оказалась в дорогу самая-самая лучшая, удобная. За счет того, что есть вот этот клапан, он дает больше воздуха и дает какой-то люфт. Можно много всего положить. Ну, в общем, очень удобная сумка. И в следующей, которую буду шить, буду обязательно шить тоже вот с этим клапаном. Очень классно. Дальше. Нитки я разобрала за это время на вот такую простую планшетку. Здесь себе деревянную, говорю, картонную, чтобы она могла вот так сгибаться. Здесь у меня я себе нарисовала, подписала все цвета. Сделала две чудесные косички. Вот такие чудесные. Узел 1, узел 2. Да, так классно. Смотрится шикарно. В общем-то, все, что по организации. Осталось взять с собой иголки, ножницы. Сейчас посмотрю тоже, как это я организую, чтобы это было компактно. И какую-то парковушку нужно будет еще сделать. Нужно придумать, как это у меня будет. Может, взять какую-то бескорнюшку просто для парковки. Либо сделать поролончик парковочный. Тоже можно сюда его приклеить, может быть. Тоже есть такой вариант. Ну, в общем, такая моя организация. Как говорится, в добрый путь. Итак, подводя итоги этого рукодельного влога, сколько у меня пару недель получилось. Значит, я успела довышивать и сшить игрушку от Dimensions тигренка. Вот он стоит, красавчик. Дальше у меня хорошо продвинулся Custom Crafts в моем дворике. Немножко я поработала с Хардангером. Вот, по оформлению у меня полный провал. Вот вы видите, на каком этапе. И будут начинаться сейчас у меня игрушки от Dimensions. Вот такие у меня рукодельные новости. Ставлю еще что-нибудь из готовки. Что-нибудь приготовим на быструю руку. Что-нибудь вкусненькое. Вот, а на этом у меня все. Увидимся с вами в новом видео. До новых встреч. Всем пока-пока. Итак, сегодня я буду готовить традиционное, всеми очень любимое греческое блюдо, называется гемиста. Гемиста – это значит то, что с начинкой. В Греции есть несколько блюд стандартных, которые, в общем-то, тоже можно назвать гемиста. Они по-разному готовятся, разные овощи, делается там начинка. Но под гемистой мы подразумеваем просто классическое блюдо. Это фаршированные помидорчики и перцы, запеченные в духовке.
Блюдо очень вкусное, готовить можно много, никогда ничего не остается. Вот. И сегодня в моем холодильнике нашлись вот такие большие красивые болгарские перцы. Помидорки у меня маленькие, такие нам привезли. Нужно выбирать, конечно, немножко покрупнее и не спелые, чтобы они были такие, знаете, жесткие, чтобы не разваливались. Я уже начала подготовку. Перцы помыла, почистила, выбрала серединку. Помидоры точно так же я помыла, выбрала серединку. Шапочки я оставляю. И здесь серединка помидорчиков у меня тоже нужна. Пойдет сейчас в фарш. Вот, ну и сейчас буду заниматься я фаршем. Для этого я обжарю луковицу, добавлю фарш. Я думаю, что грамм 600, но я вам буду по ходу рассказывать, что у меня сколько получилось. Вот, ну и ложку добавлю любимой пасты. Это Барилла с васильком. Вот с этим листочком вкусный. Вот. И пока буду готовить фарш, включу духовку разогреваться на 180 градусов. Итак, здесь у меня лук. Сок томатов, 2 ложки пасты. И сейчас я приготовила 600 грамм фарша. Посолила, поперчила. Его туда отправляю минут на 7. И готовлю рис, и также нужна кипяченая вода. Итак, фарш у меня готовится. Я добавила немножко петрушки. Здесь можно добавить и кедровых орешков, кому что нравится. Но кедровые орешки уже в конце, когда все будет остывать. Я промыла чашку риса. Вот такая чашка чайная. Вот у меня готов. Сейчас я буду добавлять рис, залью кипятком. Еще 5-7 минут охлаждается и фаршируем. Итак, вот он тот самый момент. Я взяла большой глубокий противень, положила пергамент, я его потом здесь обрежу, и начинаю фаршировать. Снимаю с руки без штатива, поэтому прям весь процесс вам показывать не буду. Вот у меня все мое богатство. Сейчас нужно это все зафаршировать и сюда буду выкладывать. Также я подготовила картошку, крупно порезала. Вот, начинка моя вот здесь, рис до полуготовности. Ну, можно было риса чуть побольше положить, у меня будет такая больше мясная начинка. Тут уж по вкусу начинки много, поэтому, скорее всего, запеку еще и синенькие, чтобы сделать свой любимый вкусный салат с синенькими. Но пока вот фарширую. Все-таки глаз алмаз, вся начинка ушла без остатка, как раз мне всего хватило. Перцы, помидоры сильно не утрамбовывайте, потому что рис полуготовный будет разбухать, и чтобы их не развалился ни помидор, ни перец. Поэтому немножко нужно давать воздуха, сейчас еще польем маслом. Так, значит, у меня здесь фаршированные мои помидоры, перцы готовы. Сейчас буду готовить картошку. Здесь у меня сок 2 лимонов. Сейчас скажу, сколько миллилитров. Тут получилось много. 50 миллилитров точно есть. Наливаю, значит, сюда одной рукой. Налью сюда богато масла оливкового. Оно везде идет в большом количестве. Вот, льем, 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 чтобы прям вот много было. И сюда чайную ложку меда. Все это хорошо перемешать. И залить потом картошку. Сейчас я разложу картошку, подготовлю вот этот соус и будем с вами все это уже ставить в духовку. Так, картошку разложила. Готов у меня вот этот соус. Здесь, значит, лимон, масло и мед. Ну, кому как нравится, есть горчицу добавлять. Я вот немножко с медом. Получается, картошка тогда как будто бы с мясом. И вот сейчас мы поливаем вот так всю картошечку. Пусть будет жидкость, потому что, чтобы картошка была не сухая. Вот она нужна. Так. Все это залили. Ой, как есть хочется, сил нет. Так, картошку я все посолила. Помидоры, видите, я закрыла крышечками. И теперь добавляем приправу. Называется эта приправа ригани.
Это греческая такая трава горная. Ее здесь много, собирают все. Она очень ароматная к мясу. И вот для духовок она то, что нужно. Поэтому сейчас мы все вот так вот хорошенечко посыпаем этой травушкой. Она, когда разогревается, дает очень интересные такие масла, которые и как, по-моему, антисептик они. Ну, в общем, очень-очень полезно. Очень ароматная, вкусно и полезно. Вот такая красота. Отправляется в духовку на 35 минут, 40 минут. Потом мы это все закроем еще фольгой и еще минут 20 будем запекать. Но все зависит от того, какие у вас помидоры крупные, маленькие. Картошка обычно опаздывает, поэтому нужно все это проверять. Вот эти маленькие помидорчики, они, скорее всего, очень быстро приготовятся, их нужно будет вытащить, а все остальное еще потом запекать. Ну и в концовке я еще раз вот так вот маслицем прям по всему прохожусь, чтобы им было хорошо. Ой-ой-ой, как хочется есть. Все, отправляю в духовку. Так, прошел час. Я достала помидорчики, они уже готовы. Картошка, в принципе, тоже. И оставила еще на 10 минут весь противень, чтобы еще немножечко пропарился. А я уже не могу, очень хочется кушать. Такой аппетитный, красивый помидорчик получился. Вот так внутри. Видите, тут как рис с фаршем, картошечка такая красивая, подается с фетой, еще все это поливается маслом. Сейчас вот на вечер я, конечно, с фетой маслом есть уже не буду, а съем вот просто так более диетический вариант. Ну все, калиорекси, приятного аппетита! Итак, гемиста полностью готова. Вытащила я противень с духовки. Получилось очень-очень вкусно. Просто не оторваться. Два помидорчика съела, но хочется съесть еще один перчик. И буду, конечно, все это выкладывать уже на блюдо. Вот такая красота получилась.